Вот плывет. Кверху брюхом все. Это видео сняли жители в соцсетях. Написали о том, что в речке Рака массово гибнет рыба. Природоохранная прокуратура выехала на место. Участие в проверке приняли представители органов контроля. Установлено, что в районе поселка Листвянка Рязанского района расположено предприятие, которое осуществляет производственную деятельность. При этом у предприятия имеются очистные сооружения, на которые поступают соответствующие производственные стоки предприятия. В ходе проверки прокуратурой установлен факт попадания производственных стоков с территории очистных сооружений на рельеф местности. Информацию об этом природоохранная прокуратура направила в адрес Росприроднадзора для принятия мер по возможному расчету вреда, нанесенного объектам окружающей среды, в частности почве, в результате попадания на территорию земельного участка жидких отходов. В ходе проверки прокуратуры с привлечением специалистов контролирующих природоохранных органов также обследована акватория реки Рака. При этом как специалистами Росрыболовства, так и специалистами Минприроды, так и природоохранной прокуратуры фактов гибели водных биологических ресурсов на осмотренном участке реки не установлено. После того, как Росприроднадзор проведет контрольно-надзорные мероприятия, информацию передадут в природоохранную прокуратуру и будет решаться вопрос о мерах прокурорского реагирования. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».